Европе ФМ. Европа Комеди ФМ. Серьезней. Все серьезней. И так не матюкнуться, не тёпа. Наехали тут камеры. Нельзя побыть собой ни секунды. Дебил. Дебил, да. Фарсхаладзе, конечно, да. Он самый может. Серьезный человек. Вот это два клоуна. Вот самый серьезный человек. Пытаясь все как-то к искусству, к прекрасному. Ни хера. Одни маты. Вот это вот. Стыдно. Просто стыдно, друзья. Особенно за это. Пока он, кстати, не слышит. Ни хрена нет. Да? Хвалю тебя! А! Как всегда. Да. Полный идиот. Полный. Как-то раз прихожу, говорю... Шучу, люблю его как брата. Ты можешь какие-то переборы сейчас играть? Пока да. Давай, а вы его снимаете иногда, его рожа. Кривляйся сидит. Металлика. Дебила корч. Nothing else matters. Игнорирую, это охранник. На самом деле это охранник. А? У меня есть большой рожа. Да? Нормально. Да, Влад, не только звёздочек ролик. Не, я не да. Вообще. Так, такая. Уже собралось. Да? Я последний раз статистику смотрел за вчера. Я не писал. Это все сразу туда идет, в кабинет министра. Еще одна тайна. А как вы будете слушать или потом? Отдельная дорожка будет звук, да? А? Отдельная дорожка звук слушателей. Тайна. Разговоры с телефоном. Это чувак, это охранник. Не, охранник, я попросил сегодня, чтобы он поучаствовал. Алло. Доброе утро. Меня нет. Можно? Залучайтесь на звездочку. Потом. Три минуты, 2 минуты осталось. Очень нервно. Последний выход. Очень нервно. Хочешь курить же минуту? Но! Ну смотри, у нас гитара полностью. Нельзя курить, все, нельзя. Одна минута. Нет, ни в коем случае, быстрее. Вдаримо позитивом. Не успели задать вопрос. А вы слушали тогда эфир, потому что это попало? Слушали тогда эфир, потому что это попало? Когда тут рассказывал про этих, про женщин каких-то там. Не, он не слушал. Он читает только собственные произведения. Самовлюбленный такой радиоведущий. И оглашение в эфире Европа Comedy FM. Мы продолжим. Андрей Хлымнюк, лидер-вокалист гурту Бомбокс в нашей студии. Витаем от тебя, Андрюха. Еще раз здрасте, привет. Привет, туби. Ну, у нас есть телефонный звеночек, то есть нам какая-то студия поставила такие запытания. Кавертный вопрос. Ты хиши, будь ласка, пишешь. Да. Алло. Доброго ранку. От краще б ви як справи запитали, і все нормально, і сподіваюся у вас, а найближчий концерт в Києві, здається, восени, в вересні місяці відбудеться. Ну вже недовго тут лишилось. Слухай, це спеціально ви намовили когось своїх знайомих, що ставили такі тупі запитання? В глаза нам! Та ну-ка тихо! Дайте хоч раз в житті поспілкуватися з інтелектуальною людиною. Ти не уявляєш собі, Деня, що тут відбувається. Це не радіоведучі, це якісь монстри. Ти знаєш, вони ж нічого не знають про це. Тільки ми з тобою вдвох лишились та всю Україну, які можуть поговорити про альбомчики. Буде скоро альбомчик, вже ми його записали, а далі буде все несерйозно, тому не звертаю уваги. Добре, давайте, розповідайте. Деня, ну які запитання постав, нам рейтинги потрібні, якісь таке провокуюче, знаєш. Ну, скандальне. Спитай, з ким Хлевнюк спить, спитай. О, так, давай. Ох, неожиданный вопрос! Яке неочікуване запитання. Дякую вам за запитання. Творчі плани у нас і надалі. Не розслухав. Розвиватись, рости і грати концерти. Деня, він не спить, не безсонні. Ні, ніколи. Постоянно в процесі роботи знаходиться. Я просто не запрограмована людина. Ось зараз він спить. Роботи. Надіється, що це сон. Страшно. Так, у нас є ідея. Готувати в далеке місто українське Запоріжжя з метою. Слышите эти звуки? Поспілкуватися. Это, понимаешь, Бомбокс. Коровка. Покажите обличчя. Покажите лицо, это страстное лицо этого человека. Волошиня. Покажи лицо, сними маску. Ша, тихо.
курилочка. Там, где весело.